Молодые самарские водители стали на 15% реже попадать в ДТП. Статистику за прошлый год озвучил начальник областной госавтоинспекции и отметил, что этот показатель ощутимо снижается, что говорит об улучшении качества подготовки автомобилистов в регионе. По данным управления, аварий и в целом стало меньше. Всего на дорогах области в 2016 году их произошло без малого 4000, погибло 428 человек, более 5000 получили ранения. На 6% снизилось число наездов на пешеходов. Вместе с тем сохраняется и тревожная статистика по детскому травматизму. В 2016-м ДТП погибло 12 детей. И вождению в пьяном виде таких нарушителей на 3% больше, чем годом ранее. Ну, в общем-то, многолетние наблюдения, проведенные управлением ГАИ, показали, что эта ситуация характерна, в том числе при условиях, там, связанных с каким-то социально-экономическими последствиями, учитывая, что есть определенный негативный момент и на территории области, на территории Российской Федерации, эта вот ситуация на нас повлияла, возможно.